В Григориополе построят грибную базу. Деньги из фонда капитальных вложений. Все работы планируют завершить к концу года. Сейчас чистят дно Днестра и позже установят новый пирс. У нас здесь огромная проблема. Река мелкая. И сейчас Бендерский речной порт расчищает нам место. Здесь в дальнейшем у нас будет расположен пирс для выхода на воду, и, соответственно, это позволит на порядок улучшить тренировочный процесс. Также в перспективе здесь будет все оборудовано, будут специальные лестничные пролеты. Параллельно у нас также идет строительство грибной базы. Так скажем, практически с нуля остались только несколько стен от старой. В школе гребли тренируются 30 детей. Пока спортсмены переодеваются в эллинги. Там хранят лодки и все необходимое для тренировок.